И нам пошли навстречу, дали здесь вот 20 коек мест в нашей больнице, мы сумели организовать лечение наших ветеранов. А сегодня добавились еще 10 мест. Палаты прекрасные, оборудование сделал Юрий Иванович. Спасибо ему. Валентина Ивановна, наш депутат Верховной Рады Украины, помогла нам. Ветераны для нас пример. Ветераны — это те люди, на которых сегодня, будем говорить, общество берет пример. Я горд абсолютно за вас, что вы сумели завлечь сюда или привлечь, или пригласить таких уважаемых гостей. Не каждое лечебное учреждение это может себе позволить. Конечно, значимое событие. Я вам благодарен, что вы с пониманием относитесь к реорганизации лечебного учреждения.